Ты догадался, что я об этом мечтаю? Чисто случайно. Не наслаждайся победой настолько открыто. Урод самодовольный. Анжела! Я приехал, как только смог. Что случилось? Вы его нашли? С ним все хорошо? Курт, мы звонили весь день. Похоже, Мэтт совершил преступление. Что? Какое преступление? Убил животное на территории резервации. После чего сбежал оттуда. О чем ты говоришь? Мы с сыном нашли труп белого оленя, мистер Колдуэлл. Мэтт убил его. А когда понял, что сделал, сбежал из города. Нет. Нет, попав в беду, он всегда звонит мне. Всегда. А штрафом за браконьерство его не напугать. Дело не только в браконьерстве. Он убил белого оленя на территории резервации. Говорю тебе, он бы мне позвонил. Он в лесу. Слушай. Да, Мэтт не идеален. И наделал немало ошибок, но не настолько, чтобы дать ему замерзнуть насмерть. А именно так и будет, если ты свернешь поиски. Курт, давайте не на улице. Нет, черт подери! Мой сын исчез, и его надо срочно найти!